На столах цитрусовый, имбирь, брокколи и розмарин. Овощи и фрукты, которые отлично подошли бы для витаминных салатов или отваров, укрепляющих иммунитет. И все же это не кулинарный мастер-класс. Наталья Сорокина, специалист по декоративно-прикладному творчеству, собрала вокруг себя химчан, чтобы научить их создавать красивый и ароматный фруктово-овощной букет с говорящим названием «Иммунитет». Сейчас актуальный как никогда в связи с сезоном вирусных заболеваний и под стать Международному женскому дню. Что мы делаем? Мы здесь делаем треугольник, получается, у нас. Да? И вот в таком треугольнике мы натыкаем шпажки наши. Раз. Так, вот смотрите. Насколько глубоко? Ну, сантиметров на два, наверное. На полтора. В принципе, достаточно. Получается, такой у нас спутник. Каждый из участников сотворил уникальный ароматный букет, который станет подарком или предметом интерьера в собственном доме. Для многих участников подобные мастер-классы стали регулярными. Химчанка Ольга Зубенкова уже сбилась со счета, пытаясь вспомнить все тематические встречи, на которых она побывала. Мы ходили на вязать мочалки, мы ходили, потом фонари делали, потом для бутылок цыпленочка делали, цветы, много куда ходили. Ну, потому что интересно, во-первых, это для себя даже полезно. Почему бы и нет? Разнообразные творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках появились больше года назад. Проект стартовал благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. В газете «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте. Вот посмотрите, на сайте event.atomhimki.ru в различных классах можно узнать важную информацию и по тому, какие были мероприятия, какие будут в ближайшие дни. И по интересам можно выбрать. Можно выбрать по месту жительства. На сегодняшний день провели 4,5 тысячи встреч.